Bora, tchau. Чё, пойдём до Вовы? Анна Баранова, друзья мои, студия «Армира». Через некоторые секунды здесь на этой сцене будет приходить награждение, поэтому никуда не расходитесь, можно поставить какой-нибудь легкий лаунж и подождем награждение и всех спортсменов, которые появятся на этой сцене буквально через некоторые секунды. Музыку на сцене какую-нибудь легкую, захватывающую. Thank you.
Да. Все, будьте здесь, давай. Ну, смотрите, как хотите, что интересное, пусть я не на вас. Не знаю. Блин, уже 10 час. Завтра рано уже вставать, в 7 утра ехал. Как? Я... Здесь будет рано. Ну, смотри, думайте сами. Блин, ты там сидишь, ноги вообще. На переднем пузыре. Вы звоните, что, пожите, нам еще потом. Такой надо сейчас поставить на камеру, ну, чтобы тихо. У меня повышки. Если это не мой, а оставил. Нормально, давай. Обогатывайся. Угрызуй-то можно? Ну, не до конца все можно. Раз.
сразу в петь, наверное. Раз. Внимание! Скоро начнется награждение спортсменов жима лежа. Просьба зрителям занять места в зале. Это просто участники. Просьба зрителей и участников пройти в зал. Буквально через 2 минуты мы начнем награждение жима лежа. Во всем Урале 15 человек будет, я позвал всех. У меня нету, не знаю. Раз, раз. Спасибо, что дождались. Мы начинаем награждение экипировочного жима лежа IPA последнего потока. Начнем с вручения грамот участникам. За участие в Кубке мира почетной грамотой награждается Исмаилов Канат. Участие в Кубке мира награждается Олег Кушнарев, город Пермь. Олег, видимо, куда-то отошел. Также за участие в Кубке мира награждается Кабиров Ринат.
писать. Готовы? Золотой девица. За участие в Кубке мира 2011 года награждается Шабанов Максим. Наши участники, видимо, уже куда-то разбежались, сидят, наверное, где-нибудь в кафе. Также за участие в Кубке мира дипломом участника награждается Семенов Денис. Дипломом участника Кубка мира 2011 года награждается Владимир Максимов, город Лысьва. Также дипломом участника Кубка мира награждается спортсмен из США Пол Кей. Большое фото на память. Да, пойдем. Настя, Бобики, ты не справишь. Настя, мы пойдем. Да вы бы хоть, блин, поорали мне, сейчас нас будет. Ладно, смотрим. Ты что, орать, на Дугина или тебя? Настюха! Настюха? Спасибо, спасибо, thank you. Или Настюхи. Еще и на одноклассниках есть. Зачем? И мы переходим к награждению призеров и победителей категории 110, 125, 140 и свыше 140 кг. Весовая категория до 125 кг. Юноши 18-19 лет за первое место с результатом 315 кг награждается Максим Денис. Весовая категория 125 кг, ветераны 40-44 года. Серебряным призером сегодня становится Зайцев Олег. И чемпионом весовой категории до 125 кг среди ветеранов 40-44 года с результатом 385 кг награждается Луанда Роберт, Соединенные Штаты Америки. Кто-нибудь видит Луанда?
будешь целиком ходить? Сейчас. У тебя 6 или 9? 9. Ветераны 50-54 года весовой категории 125 килограмм. За первое место награждается Яговкин Павел. Я захотела быть красивой. Хорошая игра. Павел, наверное, сидит в том же самом кафе, где и остальные участники, которые не вышли на награждение. И переходим к открытой возрастной группе. Открытая возрастная группа категории до 125 килограмм. За третье место награждается Мухин Руслан. Результат 330 килограмм. Серебряным призером открытой возрастной группы категории до 125 килограмм становится Луанда Робертс, США. И чемпионом весовой категории до 125 килограмм открытой возрастной группой золотой медалью награждается Виктор Найденов, город Москва. Перед награждением категории 140 килограмм мы хотели бы вручить ценные подарки спортсменам, точнее спортсменкам, которые выполнили норматив элита на чемпионате Европы, который проходил в мае в городе Сочи. Для награждения эксклюзивным золотым кольцом с именной гравировкой на сцену приглашается Коновалова Наталья. Где она? Где Коновалова? Золотое кольцо Федерации IPA Россия индивидуального размера. Где у нас Наталья? Неужели ей не хочется получить золотое кольцо? Мы вручим ей позже. И также для вручения ценного приза символа элиты IPA Россия приглашается Антипова Агнеса. Нету ее. Спасибо, теперь будет видно издалека нашу элиту, теперь можно будет распознать. Ну, мы переходим к весовой категории до 140 килограмм.
открытая возрастная группа. За третье место награждается Ячменев Сергей. Сергея мы наградим чуть позже. Ну а пока... Для вручения серебряной медали Кубка мира IPA приглашается Гуляев Евгений. Результат 290 килограмм. Вот нет, Вася, вот это. Вася. Вася, нет, вот это. Да. Ты что, где бродишь? Еще чуть-чуть проверяем. Иди, что, куда убегал-то? И чемпионом весовой категории до 140 килограмм с результатом 350 килограмм становится спортсмен из Свердловской области Николай Вышницев! Килограмм Николая, это был новый рекорд Свердловской области среди всех федераций. Ветераны 40-44 года весовой категории свыше 140 килограмм. Сразу все эти можно говорить. За первое место весовой категории свыше 140 килограмм среди ветеранов 40-44 года и в открытой возрастной группе награждается спортсмен, который сегодня последний раз выступал на соревновательном помосте. Джин Рычлак! Аплодисменты! Надо по-английски сказать. Он не понимает. Спасибо Джину за подаренный нам сегодня праздник. Могу сегодня прийти. И мы переходим к награждению абсолютных победителей наших сегодняшних соревнований. За первое место среди женщин в абсолютном первенстве с результатом 186 очков награждается Никулина Ирина. Ирины у нас нет, но мы обязательно передадим ей ее заслуженную выигранный приз. Абсолютным победителем среди юношей сегодня становится Максим Денис. Денис получает диплом и статуэтку золотого тигра, выточенную из цельного куска золото 999 пробы. Спасибо, спасибо.
И открытая возрастная группа. Открытая возрастная группа мужчины. Бронзовым призером с результатом 415 очков сегодня становится спортсмен из Соединенных Штатов Америки Джозеф Мазза. Серебряным призером абсолютного первенства открытой возрастной группы становится Роберт Лонда, Соединенные Штаты Америки, USA. Сильнее поприветствуйте спортсмена. Мы летели издалека. Абсолютным победителем, открытой возрастной группы сегодня, как вы уже догадались, становится спортсмен из города Москва Виктор Найденов. Аплодисменты. Абсолютка в Россию ушла все-таки. Помимо также статуэтки из цельного куска золота 999 пробы, награждение Виктора проводит генеральный директор Центра туризма «Ла Терра» Светлана Касаткина. Спасибо большое. Наверное, сейчас сегодня согласятся, что мы видели праздник силы. А там, где сила, там всегда и отдых. Правильно? Поэтому отдохнуть после такого серьезного испытания, после показанных результатов, в качестве подарка мы дарим тур. Тур не куда-нибудь, а в США. Мне нужно проживание в Лас-Вегасе, в одном из самых роскошных отелей «Цезарь Палас». И ваучер на ужин, пожалуйста, берите подругу, жену, любимую, которая разделит с вами этот подарок. Мы с удовольствием дали сегодня. Спасибо, спасибо Центру туризма «Ла Терра», Светлане Касаткиной. Небольшое фото на память. Включите, пожалуйста, фанфары. Спасибо всем. И еще один абсолютный победитель. Абсолютным победителем среди ветеранов с результатом 452 очка становится соорганизатор нашего сегодняшнего турнира, самый гламурный пауэрлифтер России Андрей Полей! Спасибо. На этом наше награждение закончено. Мы ждем вас завтра. Наш седьмой день соревнований.
По плану это будет самый насыщенный интересный день. Нас ждет силовой экстрим, тэквондо, армрестлинг, армлифтинг и, конечно же, пауэрлифтинг, экипировочный дивизион, профессионалы. Приходите, будет очень интересно. Спасибо. Спасибо, Андрюша. Виталий, дорогие друзья, не расслабляйтесь.